Рак органов мочевыделительной системы – распространенное заболевание, поражающее жизненно важные внутренние органы. Можно ли распознать опухоль на ранней стадии? И как уберечь себя от этого заболевания? Ответим на эти и другие вопросы в программе «Наше время». В студии соберутся ведущие специалисты Ставропольского онкологического диспансера, которые расскажут о современных методах диагностики и лечения опухолей в органах мочеполовой системы. Задайте вы свой вопрос по номеру телефона редакции или в социальных сетях АТВ-Медиа. Мы ответим на них в эфире программы.